Несмотря на комплекс проводимых работ, несчастные случаи на водных объектах все же имеют место на нашем курорте. Необходимы дополнительные меры по их недопущению и обеспечению безопасности и в первую очередь детей. Проведена большая работа администрации и спасательными службами по обеспечению безопасности на водных объектах. Но тем не менее, случаются определенные вещи, которые ведут к трагедии. Во время шторма применяются все меры предупреждения о запрете купания. Вывешиваются черные шары, людей оповещают через громкую связь и с помощью мегафонов, устанавливаются аншлаги. Однако самые рьяные любители экстремального плавания, игнорируя предупреждения, пытаются найти место для купания. Иногда такое рвение заканчивается трагедией. Сергей Алексеевич, вопрос тогда к вам. Что можем сделать? Вы же не ответите мне сейчас в микрофон, что ничего, да? Вот что можем сделать? Есть у вас минуту? Есть у вас какие-то предложения? Приходите, мы их обсудим с вами, да? Да, есть недостатки везде, но их надо минимизировать просто. С целью информирования отдыхающих и подготовки их к действиям в условиях экстренных штормовых предупреждений на всех объектах размещения в обязательном порядке вручать памятки по безопасности. Памятки эти были разработаны, они имеются как в санпрокурортном комплексе, так и у нас. Обращайтесь, распространяйте. Каждый гость курорта получит такую памятку в отелях и гостевых домах. Также всем руководителям средств размещения необходимо до 7 августа сообщить свои контакты в единую дежурную диспетчерскую службу для корректировки автоматизированной системы оповещения. Реализация спиртных напитков на закрепленных пляжных территориях недопустима. Мы в этом году провели уже работу. 3 пляжа мы подали на расторжение, 1 договор уже расторгнут на сегодняшний день. Эта работа продолжается в постоянном режиме. Причиной для расторжения пляжа, это касается всех присутствующих здесь тоже, является несоблюдение требований проекта благоустройства пляжной территории. Это строительство каких-то непонятных дополнительных конструкций, реализация продуктов питания непонятного качества и алкоголя в первую очередь. Сотрудники управления по санаторно-курортному комплексу совместно с другими ответственными службами проводят ежедневный мониторинг пляжных территорий. Отдельно прозвучало обращение к руководителям здравниц, имеющим на территории бассейны. Они являются такими же водными объектами, как и пляжи, и ответственность за отдых людей здесь не меньше. Должен быть постоянный контроль специалистов в области спасения надводных объектов со всеми вытекающими последствиями. То есть он должен пройти подготовку матроса-спасателя, он должен знать реанимационные действия, и у него должна быть система оповещения и взаимосвязи со спасательными службами.